Итак, мы с вами, я насколько помню, сейчас коснулись эпохи Средневековья и Возрождения. И в частности отметили, что чем характеризуется эпоха Возрождения. Одной из самых, может быть, таких ярких характеристик этой эпохи является то, что можно назвать антропоцентризмом. Потом уже это вылилось в формулу, такой, если по-латыни она звучит очень хорошо, вообще латинский язык, он такой очень ясный, отчетливый. И формула эта великолепно выражает дух самой эпохи. «Гомо гомини деус эст» – «человек человеку Бог есть». Звучит, правда же, великолепно? Вообще, такие фразы, они запоминаются очень здорово. Весь вопрос только в том, что за ними стоит. Так вот, в данном случае эпоха Возрождения, она оказалась той эпохой, в которую, мы видим, произошел такой радикальный поворот от Бога к человеку. Я сказал «от Бога к человеку». На самом деле, это нужно расшифровать. Если мы говорим о православном христианстве, то мы должны понять, что суть его, христианства, заключается в чем? Как раз в богочеловечности. Христианство, не исключая Бога, говорит о человеке. И не исключая человека, говорит о Боге. Но, как в человеке, голова вверху, а ноги внизу, так и здесь первичным является источник нашего бытия – Бог. И сам смысл жизни в нем, и благо в нем. И поэтому все то, что мы говорим о человеке, это говорим постольку, поскольку человек призван к тому благу, которое мы называем Богом. Так вот, поэтому, когда произошла смена вектора, а эпоха Возрождения как раз это ярко нам показывает, то был нарушен естественный, если хотите, порядок бытия. Все внимание устремлено на человеке, но в каком плане? Именно в это время, вы знаете, особенно когда уже приближалось падение Византийской империи, и 11-12 век, пробудился очень много греков, приезжало туда, привозили с собой немало сочинений древних философов, особенно римлян поразил, конечно, Аристотель более всего, правда, и Платон тоже. Там, кстати, в эти времена даже были такие своего рода братства, что ли, которые называли себя братьями во Платоне. Перед бюстами Платона и Аристотеля возжигались даже лампады. Таково было уважение и почитание. И тут не просто почитание, произошло мощное увлечение вот этой античностью в ее антропоцентрическом восприятии. Человек стал главным, неприходящим и основным центром мысли. Кстати, это очень здорово отразилось, я бы сказал, в области даже искусства. Вы знаете, что икона, которая всегда была ничем иным, как способом, если хотите, выражения или отражения неба на земле, как способом выражения Духа Божьего в человеческой среде, икона примерно уже к XIII веку вырождается в живопись. Она подает уже пейзаж, портрет. Иконы не остается. Кстати, когда будете на Западе, вы посмотрите вот в музеях. Я люблю ходить. Так, и вы увидите вот эту вот инволюцию, которая происходила на Западе, кстати, в области церковного искусства. Икона практически исчезает. Мы видим уже картины. Причем эти картины часто пишутся с натуры и только подписываются там какая-нибудь там Мадонна Литта. То есть пишут просто семьи, пишут, которые подписывают святое семейство.
портреты с известных, то есть лиц, вполне исторических и современных. Так вот, чем характеризуется эпоха Возрождения? Проще сказать, это эпоха потрясающего поворота, принципиального поворота от православия. Я под православие, разумею, здесь не как конфессиональное, ведь, а говорю о православии как о правильном понимании христианства. Поворот от правильного, верного, тысячелетием освященного понимания христианства в сторону какую? Языческую. Классическую языческую сторону. Это выразилось во множестве произведений, как церковного, так и нецерковного характера. Вот. И именно здесь мы видим и еще один момент, который очень важен. Кажется, в это время еще декларируется тезис о том, что мы веруем, чтобы познавать. Кажется. Я почему говорю так? Потому что за этой формулой, которой еще придерживались и которую декларировали, уже проступало явно и, наконец, проступило совершенно отчетливо, совершенно другое – верую, чтобы познавать. Речь шла о чем? О идее, идее потрясающей по своей, я бы сказал, глубине. Если Бог является источником бытия, Он источником бытия. Следовательно, и подлинное познание сотворенного им мира и человека возможно только через него и в нем. Вот что стоит за словами «credo ut intelligam» – «верим, верую, чтобы познавать». Когда же мы видим эту формулу перевернутую, познаем, чтобы верить, речь идет не о чем ином, что имеет, кстати, прямое отношение к нашей с вами дисциплине. То есть попытка, если хотите, обосновать, утвердить, доказать то явление, или, хотите, тот интерес человечества, когда думаем мы, что, познавая все шире, больше и глубже окружающий мир, человека, так, всю эту феноменальную область, мы приходим к более глубокому познанию Бога и к вере в Него. На самом деле, я вам скажу, ситуация очень и очень непростая. Замечено, по крайней мере, одно. Даже занимаясь богословием, вы слышите? Даже занимаясь научным богословием, чем больше человек занимается именно этой рациональной сферой постижения, тем у него почему-то больше сохнет душа, и все меньше остается веры. Поэтому, кстати, это предупреждение всем богословам и всем тем, кто хочет быть богословом. Это нужно знать. Если, занимаясь изучением, теоретическим изучением богословских наук, человек с той же энергией не попытается осуществлять христианские начала жизни в своей личной жизни, то от богослова остается карикатура, а не богослов. Хотя знания его могут быть очень большими. По этому поводу святитель Игнатий Брянчанинов, ну, надеюсь, вам известно это имя, произнес такие слова. «Доктор богословия, а в Христа не верит». Я встречал таких. Замечательно. Замечательно. Так вот, эпоха Возрождения, она как раз оказалась вот тем, если хотите, переходным периодом, когда произошел вот этот роковой поворот от устремленности к Богу, в котором, кажется, и возможно, и полнота жизни, и полнота познания, произошел поворот к человеку, произошло заземление. Вот эта вертикаль становилась все более неосязаемой и все менее интересующей человека. В результате произошло то, о чем очень хорошо Владимир Лосский писал, я вам зачитаю.
нужно было произойти какому-то рассечению между опытом и общей верой, между личностной жизнью и жизнью Церкви, чтобы духовная жизнь и догмат, мистика и богословие стали двумя различными сферами, чтобы души, не находя достаточной пищи в богословских суммах, помните, мы с вами говорили об этих суммах, суммах жадностью искали рассказов об индивидуальном мистическом опыте. Точно подметил, произошло именно рассечение между теоретическими знаниями и христианской жизнью. Страшнее, я вам скажу, бедствие не придумать. И не случайно мы с вами говорили о схоластике. Она именно это и показала. Начали заниматься вопросами отвлеченными, не имеющими никакого отношения к жизни человека. Никакого. Богословие ради богословия. Это, кстати, убийство. Так же, как, скажу вам, и убийство, когда наука занимается ради науки, потеряв ту главную цель, ради чего она существует. Вообще, когда цель, если правильно я говорю цель, потеряна, тогда все работает наоборот. Богословие, наука, искусство – все тогда работает наоборот. Наоборот, то есть что такое? В ущерб человеку, в урон человеку, во вред человеку. Так вот, в это время именно эпоха Возрождения, именно этот период, я бы сказал, вот этот период, который мы с вами рассматриваем как второй период, 8-15 века, этот период, это был период, мы сейчас рассматриваем, не забыли? Запад, только Запад мы рассматриваем. О русской апологетике будем отдельно говорить. Только Запад. Так вот, в этот период происходит вот то, я бы сказал, страшное, убийственное, что мы наблюдаем в Западной Церкви. Обмерщение Церкви. Обмерщение что означает? То есть увлечение проблемами, целями, интересами, исключительно касающиеся горизонтальной сферы жизни человека. Горизонтальной, то есть земной и только земной. Это что значит земной? Что значит земной? Знаете, где-то очень хорошо обозначено, что есть две категории религии. Сотериологические, которые все-таки поднимают свой взор к небу, и гедонистические религии, которые ищут цель и смысл человеческой жизни, видят только вот в этой сфере, ища наслаждение. Я говорю, если религии, то тем более это относится к нерелигиозному сознанию. Так вот, духовная составляющая церковной жизни Запада в этот момент все более тускнеет. И, кстати, можно даже отметить даже те исторические вехи, или, если хотите, шаги, как происходит эта деградация. Вот тот же Игнатий Брянчанин, о котором я вам говорил, он называет даже конкретные временные координаты этого. Вот что он пишет. Преподобный Венедикт, это Нурсийский, это VI век. Святой Папа Григорий Двоеслов, ну, тоже VI, конец, что в начале VII века, еще согласно с аскетическими наставниками Востока. Но уже Бернард Клервозский, это XII век, отличается от них резкою чертою. Позднейшие уклонились еще более. И он дает характеристику, что же происходит вот с ними. Что произошло? Вот как он оценивает их новый, я бы сказал, этот опыт. На самом деле ничего нового. Но послушайте. Они, эти новые аскеты, подвижники, они тотчас влекутся
и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Вот этот произошел роковой разрыв, разрыв с тысячелетним, вы слышите, опытом. Опытом. Это не какой-то единичный опыт, а когда сотни и тысячи отцов, независимо друг от друга, вы знаете, это же поразительное явление, независимо друг от друга, став на путь жизни по Евангелию, приходили не просто к одним и тем же результатам, а приходили к тому, что описывали путь к познанию Бога совершенно идентичным языком. Указывали один и тот же путь. Причем путь этот не какой-нибудь, а апробированный, еще раз вам говорю, многими-многими бесконечным числом святых. И вот здесь, на Западе, что происходит в это время? Забвение этого великого опыта. Люди начинают увлекаться как раз другим, вот этими новшествами, новыми вещами. Вот этими мечтательностью, когда сразу влекутся на небо, сразу уже в объятия Божьей Матери, уже сразу видит Христа. Фома Кемпийский пишет о подражании Христу. Франциск Ассизский первый за всю историю христианства, по крайней мере, истории другого не знает, за всю историю христианства, слышите? Первый удостаивается, в кавычках, конечно, стигматов. Причем как это происходит, если бы только почитали, когда он накануне воздвижения, слышите, сегодня, видите, как у нас точно все совпадает, мы идем прямо по графику с вами. Да, накануне воздвижения вдруг ему раскрывается нечто необычное, он видит шестокрылого Серафима, который летит, приближается к нему, и который вдруг испускает в него огненные стрелы. Эти стрелы поражают его в руки, ноги, ребро. Что дальше? Кстати, сразу показатель. Дальше происходит то, чего вы не найдете до него ни у кого никогда. То есть не только не найдете, а то, что расценивают вы всегда как какое-то кощунство, как сумасшествие. Источники все единогласно пишут. Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Это только Вивекананда, знаете такого? Такой был ученик Рамакришны. Он только в свое время говорил, да. Пожалуйста, я вам предлагаю путь, благодаря которому, да, вы можете стать и Буддой, и Иисусом, и Аллахом. Это же все имена взаимозаменимые. Это не имеет никакого значения. Как перекликается это между собой? Франциск Ассизский почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Знаете, вот эта вот сфера, вот эта мистика католическая, начиная с этого времени и далее, это область исследования, я вам скажу, не просто интересная, она в высшей степени важная, поскольку она показывает, куда пошел католицизм. Он пошел по тому пути, который однозначно еще в первые тысячелетия был известен и который назывался одним словом – прелесть. Не только лесть. Слышите слово «прелесть»? Что такое? Это не то, что прекрасно, а это то, что льстит в настолько сильной степени человеку, что он, как завороженный, не может оторваться. Еще бы почувствовать себя совершенно превращенным в Иисуса. Ну-ка, кто может похвастаться? Какой-нибудь Макарий, да? Или Антоний, или Афанасий, или Василий? Великие. Они никогда себя не чувствовали превращенным в Иисуса. Начинается, я вам скажу, ужасно еще что. Я обращаю на ваше внимание. Я бывал во многих монастырях на Западе.
Я их спрашивал. Они говорят, да-да, у нас стоят творения, да, и Макарий, и Василий, и Афанасий. Стоят. Руководствуются чем? Все эти Афанасий, Василий, да-да, они святые. Но руководствуются уже люди, не ими, не отцами добротолюбия, нет-нет, а Францисками, Анжелами, Терезами, Катаринами. Это все те, которых наши отцы называют, простите меня, но я повторяю их слова, я никого не хочу обижать, но они прямо говорят, сумасшедшими. Кстати, к чему я все это говорю, друзья мои? Вовсе не с целью охуждения, с целью предупреждения. Мы сейчас находимся в эпохе, которая сопоставима с той эпохой. У нас тоже идет сейчас масса таких канонизаций. И всегда есть опасность, что как бы мы... Да, не стали подражать некоторым канонизированным, которые канонизированы не за свое особое обоженное состояние. Совсем нет. И за мученический подвиг, или за просто расстрел, и так далее. Но у которых опыта духовной жизни нет, вы слышите? У которых критериев надлежащих в оценке вещей нет. Я вам расскажу один простой пример. Когда канонизировали царскую семью, одна из сотрудниц рассказывала в изумлении. Я приехала в Москву к своей сестре, она замужем за священником. Они играют в карты. Я говорю, вы что делаете? Они мне ответили, а как же? Император с царицей играли в карты, а они же святые. Здорово. Какой кошмар. Понимаете, опасность в чем состоит? Есть принципы и основы духовной жизни, о которых нам могут говорить только люди, имеющие действительно глубокий, настоящий опыт духовной жизни. Но далеко не все святые его имели. То есть в каком смысле святые? Канонизированные. Не все далеко канонизированы. Вы знаете, что я вам скажу? Вот простой вам пример. Вот сейчас мы с вами сидим, так? Вот сейчас бы вошли в автоматчики, так, и сказали бы, так, отрекайтесь от Христа. И я просто уверен, что никто из нас бы сказал, расстреливайте, но не отречемся. Расстреливайте, не отречемся. Вот, становимся вот сюда, пожалуйста, стреляйте. И расстреляли бы нас с вами. И на завтра синод, и нас бы с вами... Как мучка. И мы бы с ужасом бы смотрели, это мы, святые. Да мы же знаем себя, что мы не святые. Да, нет сомнения, что тот, кто так твердо и мужественно ответил и погиб, что действительно Господь его примет. Нет сомнений в этом. Но подумайте, одно дело Господь примет и спасет. Другое дело наше с вами состояние. Так, какие мы святые. Третье, наконец, то, что мы с вами писали и говорили, сказали, вот такой-то святой профессор сказал, вот тот, и все за голову схватились, ужас какой! И же во святых, да? Вы поймите, канонизация – это что такое? Это не что иное, как педагогика, церковь показывает, вот кому следует подражать, в чем, вот в этом. Видите, они мужественно не отреклись, умерли, но не отреклись. Да, подражайте этому мужеству. Это да. Но мы-то с вами знали бы, да, какие мы святые. И как нас можно служить. Так вот, в чем опасность? Это очень серьезный, друзья мои, вопрос. Опасность, происшедшая вот там, на Западе, когда новые святые... часто не имея никакого опыта истинного богопознания, как вот мы с вами, например, так? Никакого не имея духовного опыта, так?
А часто, как вот мы сейчас с вами отметили, имея извращенный даже опыт, находясь в прелести, они заслонили собой опыт подлинный, истинный, безукоризненный, опыт отцов древней церкви. Какой древний? Тысячелетний опыт. Мы сейчас стоим перед тем же, учтите. Потому что канонизация наряду с действительно людьми, достигшими высокой духовной жизни, многие канонизируются просто за что? За мученическую кончину, за подвиг терпения. Но вовсе не потому, что они преподобные, вы слышите? Совсем разные вещи. И вот, глядя сейчас на ту эпоху, мы должны как-то ассоциировать ее с нашим временем. И знать, нужно очень разумно и рассудительно относиться к своей эпохе. Вы скажете, что из апологетического-то в этот момент? Осталось что-нибудь интересного-то? Я вам скажу немного. Правда, уже говорил, что пишут суммы теологии, в которых возникают разделы так называемого естественного богословия и так далее. Но это все пронизано было такой схоластикой, такой отвлеченностью, таким рационализмом. Скучище невероятное. Жизни это ничего не давало. Ну, в это время нашелся в 15-м столетии один такой горячий человек, Иероним Савонаролла, который написал «Торжество креста против мудрых века». Он бичевал пороки папского двора и само папство, и иерархию церковную за то, что она совершенно потеряла облик христианский. Написал это «Торжество креста». Ну, чем кончилось, бедняжка? Сожгли его, да и все. К вящей славе Божией, правда? Пусть там проповедует. А здесь не стоит. Да, ну и, может быть, уже если подходить чисто в формальном плане, то именно в это время мы встречаем сочинение некого богослова Раймунда Сабунского. «Естественное богословие» называется, как отдельная работа. Слышите, в отличие от сумм теологии, пишет отдельную работу. «Естественное богословие», в котором пытается ни больше, ни меньше, только послушайте, все библейские истины, все христианские, вывести из рассмотрения законов природы. Ни больше, ни меньше. Попытка, конечно, дерзновенная. Ну и сами представляете, сколько там можно найти логических перлов. Ну хорошо, это вот второй период. Еще третий период у нас, который я вам называл, это новое время. Под новым временем, ну это же так, знаете, по традиции, по инерции, так уж я назвал, это 16-19 века. Ну, видите, нам приходится объединять нам, ну что делать? Тут надо каждый век или каждые полстолетия его отдельно рассматривать. Новое время. Тут есть некоторые общие черты и характеристики, которые дают возможность выделить это время в отдельный период. Ну, во-первых, вы знаете, в XVI веке происходит то, что должно было произойти, и что не могло не произойти. Я говорю о протестантской реформации, о выступлении Лютера и других реформаторов. То, что злоупотребление в лоне католической церкви достигли уже, что называется, беспрецедентного размаха. Но это не та сторона, которая нас особенно сейчас интересует. Я бы хотел сказать о другом, что новое время характеризуется такими вещами, что, во-первых, именно в эту эпоху возникает то, что мы называем уже естествознанием по существу. Возникает наука. 16-17 век,
Да, здесь уже начинается не просто, отдельные занятия наукой, а уже наука приобретает вполне определенные черты, и она становится заметным фактором жизни. Второе, на что я обращаю внимание, что именно в это время рационализм католицизма, еще больше рационализм протестантизма породил то, что не мог не породить. Фактически атеизм. Правда, как? Не сразу атеизм. Не сразу. Здесь мы видим очень интересное явление философии Спинозы. Его воззрение принято называть пантеизмом. Основная, если хотите, формула его философии – «Deus sive natura», где он отождествляет по существу Бога и природу. Вот этот пантеизм, который имеет несколько направлений, но, по крайней мере, тот пантеизм, который был предложен Спинозой, а точнее еще сказать, так как он был понят, он уже в то время начал называться атеизмом. Дело в том, что Спиноза утверждал, что мы не можем Бога определить никоим образом. И это кажется справедливо. Кажется справедливо. Так? То есть это верно. Однако это и неверно. Потому что если мы вообще откажемся от каких-либо определений Бога, то перед нами остается тогда пустота, одно имя. Мы-то не знаем, к чему стремиться, в чем жить, чем ориентироваться. Обязательно, наряду с апофатическим подходом к пониманию Бога, требуется катафатический. Когда мы говорим, что Бог есть любовь, то знаете, что мы говорим? Мы прямо утверждаем, что Он не есть ненависть. Понимаете, какое дело? Когда мы говорим, что Он есть добро, мы утверждаем, что Он не есть зло. Да, все это применимо к нашему восприятию, совершенно верно, человеческому. Но в том-то и дело, в том и достоинство катафатического или положительного богословия, что оно указывает нам направление, верное направление. Бог – добро, а не зло. Он – красота, не безобразие. Он – любовь, а не ненависть. Он – смирение, а не гордыня. Вы смотрите, мы начинаем понимать, что для человека является добром и истиной. Вот они, векторы, по которым должна строиться человеческая жизнь. Поэтому отождествление Бога с природой, а лучше сказать, как это у Спинозы, отрицать возможность каких-либо определений Бога ведет нас действительно к атеизму. Что такое атеизм? Это же не против Бога, вы же понимаете. А это не. То есть мы не знаем, кто есть Бог. Мы не знаем, есть Бог или нет. Атеизм. Нет Бога, не Божие. Коль мы не знаем, кто, это X, это и есть атеизм. Помните апостол Павел в Афинах-то? Нашел ведь храм неведомому Богу, правда ли? Посмотрите на Успенский наш собор, что там написано? Ведомому Богу. Познание возможно Бога. Не прав Спиноза, когда исключает возможность Бога познания. Так вот, возникает пантеизм. И, надо сказать, выступлений против него достаточно много. Возникает затем деизм, смягченная, если хотите, форма. В чем суть деизма? Может быть, вы помните же. Ну, когда бытие Бога признается, но отрицается возможность какого-либо его действия в этом мире, участия в этом мире. Бог рассматривается как часовщик. Вот, сделал часы, и часы ходят. Вот все.
И вы их можете куда угодно забросить, они ходят и все. И мастер уже к ним не имеет никакого отношения. Кстати, о чем говорят вот эти вот вещи? Пантеизм, деизм. Они говорят об очень серьезных вещах. О потере личного контакта человека с Богом. Бог становится мертвым для человека. Это то, что потом Ницше, известный германский философ, провозгласил: Бог умер. Он абсолютно сумасшедший человек, но он абсолютно очень здорово зато говорил и определял. То, что, может быть, нормальный человек бы не сказал, то ему, как ненормальному, все позволено. Так вот, и в конце концов, все это в новое время мы видим зарождение, становление и, наконец, если хотите, чуть ли не господство материализма, как уже законченной системы жизни без Бога. Против всех этих направлений, конечно, писались работы. И против Спинозы, и деизма. В Англии даже была целая специальная школа, которая боролась с деизмом. Правда, надо сказать, неудачная. Ничего там, та же схоластика. Во Франции, я просто назову, может быть, самых замечательных, может быть, мыслителей, апологетов этого времени. Вот одного из них, которое имя как-то забывается, и очень жалко, это Гуго Гроций. В Нидерландах был такой очень замечательный государственный деятель, историк, юрист, который написал не больше и не меньше, как работу об истинности христианской религии. То, чем мы с вами, помните, в прошлом году занимались? Работа, которая была переведена на все европейские языки, даже на китайские для миссионеров. И, может быть, второе имя, которое хотелось бы отметить, это уже француз, известный ученый, ученый с мировым именем, хотя умер рано, всего, по-моему, 49 лет. Это Блез Паскаль. Как ученого его знают все, школьники в том числе. Но не знают другого, что все его знания, все, лучше сказать, свои знания, всю свою ученость он рассматривал только как средство, слышите, средство к познанию Бога и защиты Бога. У него вообще, вы знаете, какая была идея у Паскаля? Написать такую работу, чтобы после этого не осталось камня на камне от каких-либо атеистических там идей и построений. Он хотел разгромить атеизм от начала до конца. Скончался он рано, и в монастыре, кстати, но остались от него записки, пансе, мысли, которые издавались во многих странах, у нас в России неоднократно издавались. У нас издавались как «Мысли о религии» Блеза Паскаля. Кстати, у нас есть библиотеки, и я вам скажу, если вы возьмете, вы скажете, так это же современная книга, это же очень интересно, надо же это. Если не посмотрите, конечно, на обложку и на автора, подумайте, что писал современный человек. Много замечательных мыслей в этой книге. Вот, ну, из кого из других, ну, может быть, вам известный Лейбниц, это же германский ученый, первый президент Берлинской академии наук, кстати. Он интересен в области апологетики тем, что написал свою знаменитую «Теодицею». Теодицея в переводе на русский язык – это значит «богозащита». «Богозащита». Ну, направление вам понятно, то же самое. Доказательство истинности религиозного мировоззрения и бытия Бога. Но, в частности, он пытается здесь рассмотреть и те вопросы, на которые особенно обращает внимание атеистическая
критика. Богозащита пытается показать, что все те проблемы, которые кажутся нам неразрешимыми, на самом деле имеют это разрешение в области мысли. Именно в это время, во втором периоде, возникает так называемая мифологическая теория. Французские просвещенцы второй половины XVIII века выступили с тем, с чем до сих пор еще не осмеливались выступать. Они посягнули на самое главное в христианстве, на Христа. В каком ракурсе? Они заявили, что Христа просто не было. Это просто был миф и все. Одни из них говорили, что это солнечный миф, другие говорили, что это перелицованный Будда. Третьи утверждали, что он вообще это создан, это синкретический миф и так далее. Вы помните основателей этой гипотезы, этой теории Вольнея и Дюпюи. Но особенно известным стал германский профессор философии Древс. Известным почему? Потому что у нас после революции и работы именно Древса постоянно переводились. Выдержки из его работы, фрагменты печатались в нашем «Безбожнике», это наш был такой журнал, и так далее. Древс сам по себе, это человек, видимо, он или психически неполноценный, или что, но, по крайней мере, писал такие вещи, что ну, просто диву даешься. Когда он то же самое пытался Христа рассматривать, в частности, и как солнечный миф. Его же вызвали на публичный диспут в свое время в Берлине. Там рассвирепели богословы на него. Он пришел, состоялся диспут. Говорят, что был разгромлен полностью. Целый год молчал. Через год выпускает второй том «Миф о Христе». Ну что ты будешь делать? Ему, кстати, заказывали даже работы. В этом отношении апологетика особенно бурно отреагировала. Причем отреагировала не только в плане приведения исторических свидетельств, а их множество, но и в плане написания своего рода памфлетов на эту теорию. А когда, например, епископы эти англиканские пишут о том, что Наполеона никогда не было, пользуясь методом мифологической школы, безукоризненно это доказывает. Причем он не единственный. Также Жан-Батист Перес пишет то же самое о том же самом, почему Наполеон никогда не существовал и так далее. Все это показывает, ну, просто тенденциозность. Вот это вот самое печальное, вы знаете, что это не бесстрастные ученые, ищущие истины и правды, занимаются этими вопросами. А люди, как говорят, ангажированные. В чем причина их? Но с неукротимой ревностью и подчас яростью они пытаются доказать, что Христа не было. Полное впечатление. Не хотят, чтобы он был. Мы с вами уже говорили, почему не хотят. Если есть Христос, есть Бог, есть вечная жизнь, значит, придется все-таки отвечать за все это. Так лучше пусть Бога не будет. Ну, из таких, может быть, интересных, наиболее интересных апологетических сочинений этого времени, я, по крайней мере, назову две громадных, я бы сказал, апологии. Они так называются, апологии христианства. И они, кстати, у нас есть в библиотеке. Это апология Геттингера и Лютарда. Геттингер и Лютард. Это очень большие труды, охватывающие, ну, можно сказать, почти все стороны христианства. Историю, и догматику, и нравственность, и обряды, и обычаи. Все, что угодно. Может, еще один момент, еще один факт, на который стоит обратить внимание, теория Дарвина. Вы знаете, как она всполохнула, так сказать, всполошила умы очень многих в XIX столетии.
Это такая интригующая теория, теория эволюции, которая, кстати, за собой не имеет, вы знаете, что это любопытная сама вещь, она не имеет обоснованных аргументов, по крайней мере, все то, что касается высших животных. Нигде не найдено никаких переходных ступеней. Их нет. Дарвин-то был, правда, убежден, что геологические изыскания обязательно откроют нам эти все переходные формы. Оказалось, нет. Их нет. И уж совсем нет этой переходной формы от высших животных к человеку. Совсем нет. Нигде не могли найти. Правда, одно время, лет 30, один мошенник морочил голову всей Европе. Он объявил, что он нашел эту переходную форму. Челюсть обезьяны, череп человека. Лет 30 с лишним. Что же оказалось? Подделка. Это знаменитый пилдаунский, так называемый, человек. Фальсификация. Даже на это шли, чтобы только доказать. И совсем, ну, простая же. Где закон? Где закон? Какая наука нашла закон о возможности превращения неживого в живое? Где этот закон? Это просто догматическое утверждение. А вся теория эволюции на этом строится. Из неживого в конечном счете произошло живое. Где этот закон? Где этот закон эволюции? Он очень интересен, но где он? Правда, должен вам сказать, что апологетика в этом плане пошла по двум направлениям. Одно из направлений просто решительно, полностью и категорически ни в каком виде не принимало теорию эволюции. Другая ведь, я считаю, более разумная, которая утверждала так. Мы не знаем, была ли эволюция или нет. Не знаем. Но для нас самым важным, что является? Что Бог является источником, если хотите, импульсом жизни на Земле и всего того, что мы видим. Он, как Он творил, нас, то есть богословие, это абсолютно не интересует. Это пусть занимается, кому не жалко жизни, ну и пусть занимается, как из комара клоп появился, или из клопа ежик. Да, это, конечно, очень интересно. Нас на это стоит потратить жизнь. Да. Нас не интересует это. Для нас важно одно. Бог. Если есть Бог, пожалуйста, эволюционно, креационно произошел этот мир. Не все ли равно? Но Бог – источник. Слышите, для нас остальное не важно. Но другая точка зрения, еще раз повторяю, первая, та настаивает со всей силы, только креационности, больше нет. Когда их спрашивают, ну как, сразу Бог сотворил вот так вот, каждое животное, каждую птицу, каждую бактерию в том виде, как есть, да, и больше никак. Ну, тут уж кому что нравится. Ну, хорошо. Может быть, еще что, о чем стоит сказать? Это о философах. О философах. Я вам скажу, что в области апологетики философия дала немало. Она очень много дала и в области нападения на христианство и религию. И не меньше дала, не меньше, и в области защиты христианства. Вот ведь как. Ну, философия – это что такое? Как закон. Как закон, что дышно. Куда не повернешь, туда и вышло. Так и философия. Все зависит от философа, от его идей, от его настроенности, от его цели. Ну вот здесь я вам скажу, некоторые фигуры оказались достаточно ключевыми и оказавшими большое влияние на, я бы сказал, даже на апологетику. Речь идет прежде всего о Канте. Кант – это великая фигура, конечно. Гегель – очень громкая фигура. Ну и кое-кто еще. Шеллинг, Шлейермахер. Ну вот Кант, к
Кстати, сильнейший ум, конечно, ничего не скажешь. Чем он интересен? Ну, два слова я все-таки скажу, да. В своей критике чистого разума он подверг вполне, по крайней мере, я так считаю, обоснованной критике так называемые доказательства бытия Божия. Он показал, что они никак не могут являться доказательствами. Это некие рассуждения, более-менее правдоподобные. Аргумент, но никак не доказательство. Правда, тот же сам Кант предложил мысли, которые тут же вошли в апологетику под названием нравственного доказательства бытия Божия. Он, Кант, все время говорил, только две вещи меня изумляют. Это звездное небо, он же был и астроном, звездное небо и нравственный закон в человеке. Он, который отверг теологическое, телеологическое доказательство как доказательство, в то же время с благоговением склонялся перед той красотою, порядком и закономерностью жизни, которые он наблюдал повсюду. Он говорил, да, конечно, конечно, скорее всего, что самое вероятное, что Бог является источником. Вероятно. Но это не доказательство, а наиболее вероятно. И нравственный закон. Его рассуждения о нравственном законе, они потом вошли во все учебники апологетики. Так что, видите, по крайней мере, вот это уже в критике практического разума у него это появляется, то, что названо нравственным доказательством бытия Божия. Вот. Ну, в отношении Гегеля, да, ну, это человек немножко такой, ну, странный, надо сказать. По окончании школы, по крайней мере, в его аттестате было написано «совершенный идиот в философии». Но учтите только, что под словом «идиот» разумел совсем не то, что вот вы думаете и смеетесь. Идиот, то есть своеобразный. Отсюда идиомы. Знаете, что такое идиом? Вот что, а вы уж решили идиот, то есть сумасшедший. Вот попробуй вот так не переведи, и так и будете считать бедного Гегеля. Да, но действительно человек в высшей степени оригинальный, конечно. Но вот его эта диалектическая идея, она была использована в двух прямо взаимоисключающих направлениях. И была использована и апологетами, с одной стороны, и с другой стороны, отрицательной школой, в частности, Фейербах, его ученик своей сущности христианства, попытался создать религию человека Божия. Он выдвигал такую идею, что Бог – это некое понятие, которое возникло в результате идеализации человеческих свойств. Ну, о других я не буду вам говорить. Хочу только сказать, что вот эту идею человека Божия, эту не идею, а религию человека Божия, которую пытался создать Фейербах, ее, так сказать, в самой категорической форме довел до своего предела, что называется, Ницше. Ницше, который заявил, Бог умер. Нет Бога. Таким образом, если хотите, с ним завершается внутренняя диалектика гуманизма. Ну, 20 век. Несколько факторов определяют развитие апологетической мысли в 20 веке. Я укажу вам на 4 основных. Первое – это господство атеистического материалистического мировоззрения. Это действительно уже 20 век, это уже действительно господство. Я уж говорю не только о России. Не подумайте, где атеизм был единственно научным мировоззрением. Я говорю о Западе, который, кажется, при, так сказать, опросе статистически, по статистическим данным, кажется, был христианским. На самом деле ничего подобного. Материализм, причем грубейший материализм,
является наиболее точной характеристикой Запада. Так вот, это первое, что обусловило, в общем, массу апологетической литературы – борьба с атеизмом. Сюда же нужно отнести, конечно, в эту же сферу и попытки атеизма привлечь науку на свою сторону. Я сказал вам, единственное научное мировоззрение, атеистическое, на самом деле это антинаучное мировоззрение. По очень даже простой причине. Наука же говорит, что познаваемый мир бесконечен. Бесконечен. Поэтому сколько бы мы ни познавали мир, мы никогда не можем сказать, есть Бог или нет Его. То есть, по крайней мере, что нет Его, никогда не можем сказать. У науки только одна возможность. Это когда-то вдруг встретиться с Богом. И надо сказать, что масса ученых, масса именно, причем величайших ученых, встретилась с Богом. И они стали верующими людьми. Атеизм же, который утверждает, что нет Бога, он просто в этом смысле антинаучен. Ибо, повторяю, наука никогда не может сказать, что его нет. Надо сказать, не знаю. Не знаю. Атеизм говорит, знаю. Вот его лицо. Вы знаете, что вот сейчас, в 20 веке, было одно из открытий, я вам скажу, очень интересных, так называемая темная материя и темная энергия. Что под этим подразумевается? Это бесспорно есть примерно 95%, вы слышите? 95% вот в нашем вселенском мире той материи и той энергии, о которой мы ничего сказать не можем. А вот то, что мы видим, что мы знаем, что мы познаем, всего составляет какие-то 5%. Ну, примерно. Только 5%. Это очень интересно. Был симпозиум научный, любопытный. Вот там академик Рубаков как раз об этом делал доклад. И он считает, что, пожалуй, основной проблемой физики в 21 веке это как раз будет попытка нахождения и изучения этой темной материи и темной энергии. Что он такое? Неизвестно. Это неизвестно что, как он говорит. Неизвестно что. И вдруг атеизм говорит, что он говорит? Мы знаем, что Бога нет. Замечательно. Это так умно, что умнее и придумать невозможно. Ну хорошо, второй фактор, на который стоит обратить внимание, это вот как раз сенсационные открытия во всех областях науки. Это и в физике, и в генетике, и в астрономии, и в биологии, в психологии, и в математике. Кстати, в математике это целая же революция, особенно вот эти теоремы Гёделя. Это же просто целая революция настоящая. И надо сказать, что именно вот эти сенсационные открытия в этих сферах дали богатейший материал для апологетики. Ну, в какой области, я бы сказал? В области именно, прежде всего, телеологического доказательства бытия Божия, когда физика прямо утверждает, это уже является, ну, так сказать, непререкаемой аксиомой, что наш мир построен и живет антропно. Антропос – человек, то есть разумно, антропно. Причем эта антропность поражает фантастической просто буквально точностью устройства во всех своих даже мельчайших деталях. И, конечно, в области философии, потому что эти достижения наук, они сейчас прямо переходят в область философского осмысления. В этом плане очень интересная, кстати, книга Гейзенберга «Физика и философия», где он замечательно, вы знаете, сопоставляет эти данные, последние данные, ну, в его время последние данные достижения физики и показывает, как они уже не могут рассматриваться в области просто физики. Они переходят уже в область философии.
Третий фактор – это особое внимание к проблеме человека. Проблеме человека в каком плане? Все мы видим, идет какой-то потрясающий процесс отчуждения человека от человека, человека от общества. Человек перестает быть ценностью. Он становится каким-то винтиком в этой огромной машине. Человек как личность уже не интересует. Интересует, по крайней мере, только на какое-то малое время. Затем кризисы, масштабные кризисы, глобальные кризисы, которые буквально постигают, накрывают Землю. Опять-таки, все они носят какой характер? Антропогенный. Это совершенно, совершенно же очевидная вещь, которая не вызывает уже ни у кого сомнений. Кто же такой человек? Что с ним связано? Куда идет его развитие? Куда ведет нас прогресс? Куда? Что он нам обещает? Многие ученые, вот я вот неоднократно это цитирую, мысль о том, что многие ученые уже прямо говорят о том, что наша цивилизация это является ничем иным, как тем змеем, который все глубже заглатывает свой хвост. И уже со страхом уже наблюдает, что он может в любой момент задохнуться, поглощая самого себя. Некоторые прямо утверждают, что этот же окончательный кризис может разрешиться где-то в середине 21 века. Проблема у человека. И затем еще, может, еще один фактор чисто религиозного порядка, который приобретает необычайно сильное развитие в 20 веке, это то, что можно выразить одним словом, это теософская идея о равноценности всех религий. Равноценности какой? Сотериологической. Идея простая. Все религии ведут к одному и тому же Богу. Независимо от их учения, их морали, да, и прочих всяких вещей. Одним из ярких выражений этой идеи является экуменизм, возникший в 1910 году. Экуменизм, целью которого было и остается соединение всех христианских конфессий в одну церковь. Моделей достаточно много, но идея экуменизма опять-таки одна и та же. Нет церкви более истинной или менее истинной. Все они равноценны. И надо это признать. Вот это одно из таких очень сильных искушений 20 века. Уже в конце 20 века появился то, что можно назвать суперэкуменизмом, когда уже диалог и попытка единения ведется не только между христианскими конфессиями, а и между всеми религиями. И все они рассматриваются именно вот в этом плане равноценность. Помните эти моления в Ассизе, на которые собирались представители всех религий. В общем, процесс начался.